Добро пожаловать на наш канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как открыть эквалайзер на устройстве Nubio Neo 2. Для этого зайдемте в меню приложения, выберем приложение настройки. Тут выберем пункты звуки вибрации и прокрутим до того момента, как до момента DTS X Ultra. И тут есть персональные настройки аудио, фильмы, игра, голос, музыка и обычный. Можно настроить новый. И графический эквалайзер также можно включить. Также можно настроить режим стерео, широко, фронтально. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!